Наталья Тренчук всегда исправно оплачивала все коммунальные услуги и даже поощрялась за это призами. Но, получив очередное письмо счастья, поняла, что предъявленная к оплате сумма явно завышена. Разобраться со счетами бухгалтеру со стажем не составило труда. Получив счета ТГК-14 за оплату за февраль, я увидела, что повысился тариф на горячую воду и отопление на 15,8%. Я посмотрела сразу, посчитала, и мне, конечно, было так дурновато, честно говоря. За разъяснениями женщина обратилась в ТГК-14, но сотрудница компании не смогла ничем помочь, ссылаясь на сбой в работе компьютерной программы. Новые счета получили все жители дома по улице Конечной, 1. Соседи Натальи Владимировны возмущены не столько фактом повышения, сколько тем, что это сделано без предупреждения. Ведь тарифы ТГК-14 должны вырасти только летом. По какой-то, значит, программе хотя бы могли нам рассказать, в связи с чем это сделано и почему, если существует федеральный закон о том, что повышение всех тарифов, значит, где-то в июне месяце, а тут непонятно весна, значит, конец отопительного сезона, в связи с чем все это повышение происходит. В ТГК-14 такой сюрприз объяснили ошибкой в системе, которая печатает эти самые письма счастья. Однако в основной базе все счета верны, и жителям не стоит беспокоиться. Потребителям, которые уже оплатили, не стоит беспокоиться. Данная сумма переплаты, она перейдет на следующий месяц, март, и будет засчитана. Также в ТГК-14 отметили, что тариф за услуги компании повысится только с 1 июля. Размер повышения составит около 2,5%. Ирина Ревенская, Виктор Иланцев и Сергей Костенко. Новости дня.